Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої розмови – робота комунальних служб у літній період. З нами заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра, має дві вищі освіти – за фахом інженер-технолог та магістр державного управління. Депутат Дніпровської міської ради, очолює департамент благоустрою та інфраструктури. Хобі – музика, кіно, тварини. Михайло Олександрович, в черговий раз радий вітати вас у нашій студії. Власне, давайте з місця в кар'єр. Перше питання – робота комунальників у літній період. Чим займаєтесь? Взагалі, як люди переносять спеку? Ну, в будь-якому випадку, висока температура завжди вносила і буде вносити определені змінення в роботу комунальних служб. Тобто, ну, примірів дуже багато, починаючи від роботи, ми зараз масово виконуємо ремонти, там кровель. Ви прекрасно розумієте, коли температура плюс 41 на кровлі знаходиться достатньо складно, особливо ще укладувати рубероїд. Точно така ж ситуація і з укладкою асфальту. При температурі 40 знаходиться з розкаленим асфальтом, температура якого плюс 160 градусів, теж не завжди комфортно. Тому ми стараємося всі наші роботи починати як можна раніше. И делать там дневной перерыв, то есть основную часть работ мы выполняем с утра, и уже когда жара потихонечку спадает на нет. Кроме того, опять же, есть различные проблемы, вот если там говорить о нанесении разметки, да, вот разметка наносится при температуре до плюс 25, ну 28 градусов. Если наносить ее при более высокой температуре, то есть она, будем говорить, теряет некоторые свои качества. Кроме того, каждое лето у нас увеличивается в разы расходы определенных ингредиентов, которые мы используем для обеззараживания питьевой воды. Это связано с цветением Днепр, реки Днепр. И в связи с этим у нас идет, конечно, перерасход всех необходимых расходных материалов для того, чтобы вода была максимально качественна и поставлялась абонентам. До речі, хотів уточнити у вас. От я знаю, що з початком коронакризи вулиці обробляли хімікатами. Зараз як, обробляють чи ні? Мы обрабатываем некоторые подъезды, в основном сейчас идет обработка тех мест, в которых были выявлены люди с этим диагнозом, то есть у которых был диагностирован, мы не распространяем информацию, не передаем третьим лицам, где эти люди, просто там, где люди находились, их места постоянного пользования, их места жительства, то есть, которые они посещали, мы их обрабатываем. Массовую обработку мы уже не проводим. Угу. Давайте таке більш загальне питання стосовно фінансування тієї сфери, якою ви займаєтесь. Ну, ми знаємо, що фактично відбулось скорочення бюджету з 15-го минулому році до 13-го. Крім того, за інформацією профільного заступника, недоїмка вже на сьогодні становить близько півмільярда гривень у зв'язку з тим, що, ну, криза, люди втратили роботу, відповідно, податки не платяться. Як вас фінансують на належному рівні? К сожалению, постоянно бывают проблемы с финансированием. Действительно, недоимка в бюджет 500 000 000 гривен – это очень много. А также, в том числе, вы правильно сказали, проблему – это когда у нас попросту центральное руководство нашей страны с города Днепр изъяло 2 миллиарда гривен. Но, тем не менее, мы стараемся потуже затянуть пояса и планируем, что все работы, которые у нас были в титулах на этот год, которые были запланированы, они обязательно будут выполнены. Ну, потуже затянуть пояса. Что имеется на увазі? Це, тобто, якісь матеріали, які будуть дешевше коштувати, будете придбати? Чи що це означає? Нет, нет. То есть, ну, будем говорить, есть какие-то определенные расходные части, то есть, которые не связаны с проведением каких-то там определенных там программ различных, да, на строительстве и на объемах строительных работ, это никоим образом не отобразится. Есть другие там программы, там не обязательно социальные, разные там были какие-то там инфраструктурные, информационные, либо какие-то другие, они, конечно, будут сворачиваться. Ну, может ли вы какой-то приклад, я не знаю.
Ну, я не знаю, там проведение каких-то там образом, там книжных там фестивалей, либо там чего-нибудь. Да, онлайн, да, зараз. То есть, да, то есть вот есть на таких вот, на таких моментах, конечно, мы будем стараться сэкономить. Да, тобто те, що стосується безпосередньо тієї сфери, якою ви займаєтесь. Совершенно верно. Так, ну давайте по конкретиці пройдемось. Реконструкція вулиці Яворницького. Що там буде, коли закінчиться? І чи вірно, я розумію, що вона також, як і Короленко, буде пішохідною. Ну, фактично, вона зараз пішохідна, оскільки ведуться роботи, а за їх підсумком. Да, ми вже показували неоднократно сам проект, що там, як він буде виглядати. Там будуть використовуватися достатньо висококачественні матеріали, тобто там буде використана там дорога там плитка, тобто яка буде знаходитися і радувати горожан, тобто не одно десятиліття. Площадь Шевченка, несмотря на там все слухи и сплетни, что ее там сделают тоже пешеходно, ничего подобного. Там будет изготовлена, у нас запроектирована, выполняется, будет одна посередине, по зеленой части, будет широкая аллея. А движение транспортных средств по площади Шевченко, как оно было, так оно и остается без изменений. То есть, в принципе, на движение автомобильного транспорта по площади Шевченко это не изменится. Яворницкого, да, оно будет полностью пешеходное. Угу. А по строках, это день места? У нас будет два этапа. Первый этап – это 15 сентября, и второй этап – это 15 октября. А чем эти этапы разнятся? То есть, что-то дороблять будет? Ну, да, у нас есть там первый этап там, коммуникация, укладка там, тротуарной плитки, второй там, месяц озеленения, полив и так далее. Вот у нас просто в графике, у нас в департаменте, у меня стоит два этапа строительства – первый и второй. Ну, от ви згадали озеленення. Ми пам'ятаємо, що коли починалися роботи, багато було нарікань у Фейсбуці, і просто люди говорили, і по телевізору, де завгодно, да? Стосовно того, що вирубуються дерева. Да? Вони будуть якось замінюватись новими деревами? І що з тими сталося? От, до речі, цікаве питання, куди діваються оці дерева аварійні, які рублять, які їх утилізують, чи що з ними? Ну, прежде всего, давайте так, вспомнимо, зробимо такий небольшой микроэкскурс в историю, когда у нас была ситуация по улице Короленко, когда говорили, вот там вырубят все деревья, ни одного дерева не посадят, вот на Троицкой, посмотрите, что же там происходит, какой кошмар. То есть что произошло? Проблема точно такая же. По какой причине были удалены деревья на улице Короленко? Точно такая же ситуация сейчас у нас на улице Яворницкого. Когда там активисты устраивали шествия, митинги за жизнь деревьев, мы им показали проект, у нас начали земляные работы, и там было указано, вот смотрите, у нас прямо под кроной деревьев, под корневой системой находятся коллектора, которые необходимо заменить. Дайте, пожалуйста, любое инженерное предложение, как это можно сделать для того, чтобы не удалить дерево. Я не знаю, кому в голову это пришло таким образом высаживать деревья и прокладывать коммуникации. То есть у них там была палатка, говорю, вот ребята, проект, говорю, дайте, говорю, решение, скажите, что сделать, чтобы не менять трубы. Походили, почесали голову, посмотрели, ну да, через три дня собрали палатку и бежали. Но тут же ситуация другая, понимаете, не меняйте коммуникации. А теперь давайте представляем, сейчас мы сделали, если бы мы не поменяли коммуникации. У нас сейчас сделана реконструкция, заканчивается на улице Короленко. Прорыв канализации или водопровода через месяц. И как вы скажете, как вы думаете, что бы произошло? Ну, вот идиоты, влупили столько денег и взяли, не поменяли сети. Поэтому сети мы меняем полностью. И особо одаренным общественникам, причем же это общественники, это же люди не выходят, потому что они там лично чем-то возмущаются. То есть это абсолютно управляемые люди, это их профессиональное, будем говорить, такое финансовое призвание, они получают за это денежное вознаграждение, думаю, все жители города прекрасно знают. Они не меняются на картинках. Эти же люди выступают и там против сноса ларьков. Они выступают против того, чтобы закрывали наливайки. Эти же люди выступают против того, чтобы удаляли деревья. Вот сейчас, кому интересно, из жителей, кто хочет об этом более внимательно вникнуть в проблему, выйдите сейчас на улицу Яворницкого, и вы увидите, где демонтируются сети, и вы увидите, что на этом месте там даже еще остались корни деревьев. То есть мы меняем те сети, которые находятся под корнями деревьев. И технически невозможно никаким образом их заменить. Кроме того, там были высажены деревья в возрасте уже там за 50 лет. Постоянно возникают проблемы с тем, что
Ломаются ветки, деревья старые, деревья хрупкие. Ведь сейчас говорят, тут зачем они убирают старые там деревья, да? Когда у нас происходит какая-то трагедия, там, и не дай бог, там происходит травматизм людей или транспортных средств, эти же самые люди говорят, вот, посмотрите, старые деревья, они их не спилили. Причем никто же не смотрит, никто не думает. Вот у нас за 4 года мы где-то посадили там порядка 10 тысяч деревьев. Вы видели хоть один стрим, хоть одного общественника или активиста, чтобы он показал, что высаживают в городе деревья? Нет. Почему? Так за это денег не заплатят. Платят деньги только за негатив. Вот негатив, начались выборы, максимально сгустить краски, что издеваются. Куда деваются деревья? Тополя отправляются на полигон, на свалку. Их, они, тополя, это дерево, которое применить невозможно нигде. А где находится этот полигон? У нас на Криворожской трассе. Угу. То есть он отвозится, они захораниваются там. Ему применения нет никакого. Его невозможно ни сжечь, потому что он сгорает моментально. То есть это абсолютно дерево, которое не может найти. С него даже там поддоны кто-то пытался делать. Тоже поддоны не годятся. Никуда рассматривали варианты как. А Михаил Александрович, еще до полев я уточню это хочу. Я помню, на початку вашей каденции была такая идея, была ваша заява, зокрема, еще 95% тополь, наскільки я знаю, замінять іншими деревами у нашому місті. Це залишається в силі? Абсолютно залишається в силі. Обращайте внимание, ми удаляємо тополя, і вмісто тополей ми висаджуємо совершенно другие деревья, перечень которых я вже розказував вам на прошлом ефірі, що це деревья, які не являються аллергенами, і це деревья, які там будуть рости, будуть максимум там, до третього этажа. Чому? Тому що це проблема. Хто внимательно їздить по європейським странам, і видять, де проходять реконструкції, висаджують низкорослі деревья. Причина следующая. Во-первых, высокие деревья, а, очень дорого обслуживать, б, они создают проблему, то есть падают ветки, повреждаются транспортные средства, и с, это, в принципе, то, о чем я вам сказал, потому что это вызвано экономическими соображениями, не потому что кому-то так захотелось, а просто все европейские страны посчитали, что это правильно. Вот посмотрите, все современные города, где проходит реконструкция, высаживаются деревья, рост максимум 2-3 этаж. Ни вышка не нужна, там, 30-метровая, то есть можно справиться, то есть абсолютно там небольшой какой-то маломобильной техникой. То есть это вызвано экономически, прежде всего. Так, утилізація інших видів. Утилізація, значить, на остальних деревьях у нас є кілька комунальних підприємств. Саме більше, яке у нас потребує дрова, це, прежде всего, комунальне підприємство «Зооконтроль». Тобто, деревья, які там утилізуються, тобто, ми їх використовуємо для обогрева наших комунальних підприємств, більшинство. Тобто, не всі комунальні підприємства ми можемо дозволити собі використовувати для обогрева той же газ. Тому це використовується для нужд комунальних підприємств. Так, до речі, я хотів уточнити, в контексті спилу дерев і висадки нових, ви згадали активістів, проплачених активістів. Да? От мені цікаво, вам, як заступнику міського голови, відомі кінцеві бенефіціари, кому, власне, вигідний такий вид активізму? Ну, конечно, есть это четко определенная группа, это все связано с тем, что перед выборами, то есть я не могу сказать, что я знаю, кто эти люди, но понимаете, то есть за каждое слово, если ты говоришь в эфире, называешь конкретного человека, ну, это фактаж. Но я же не скажу, я же не подведу этого человека, а его заказал там Игорь или кто-то еще. Я же не покажу, что у Игоря есть техпаспорт на этого активиста. Правильно? Нет, поэтому, конечно, все их конечные одни и те же. То есть это все связано с предвыборной агитацией, все утекает к руководству нашей прекрасной области. Ну, зрозуміло, що, скоріше за все, такі активісти в бухгалтерію не ходять, дещо іншим способом отримують гроші. Так, Михайло Олександрович, от ми згадали і Карленко, згадали Яворницького. Якісь ще вулиці плануються зробити пішохідними? Можливо, я не знаю, як у деяких європейських містах взагалі центр є пішохідним. Везде, практично. Посмотрите основні міста. Основні центральні міста Європи, обласні центри, столицы, центр города пешеходный. В этом году, на этот год, пока, я думаю, то есть вот у нас вот эти два будет объекта, на следующий год, возможно, скорее всего, будет улица Мономаха, это бывшая Московская, она, скорее всего, станет пешеходной от улицы Глинки до проспекта Яворницкого. Вот этот участок еще рассматривается. Этот участок еще рассматривается. Так, то есть там, где кінцеві зупинки маршрутных такси, тролейбусов? Перед ними. Как раз перед поворотом на улице Глинки. От в этом месте, от в этом месте этот вариант такой рассматривается, он еще подлежит обсуждению. А баррикадная? Баррикадная пока нет.
Поки ні. Оскільки я знаю, що планувалося, в принципі. Поки ні. Угу. Так, ще одна тема, яка хвилює наших містян. Зокрема, міський голова нещодавно в національному ефірі про неї говорив. Це метрополітен. І, зокрема, на минулому ефірі ми говорили з вами про вибухи, що отриманий був документ, але, я так розумію, вони не почалися. Якісь там проблеми є з цим? Ні, розрішення на взриви наша наша подрядна організація компанія «Лімак» до сих пор не отримала. Я все-таки надіюсь, що руководство області включить мозги і пойме, що не треба там при допомозі якоїсь політики подобним образом розправлятися з горожанами. І я думаю, в самое ближайшее время, тем более, к этим вопросам подключилось уже и руководство нашей страны, то есть активную позицию в этом вопросе занял даже Михаил Саакашвили, направил кучу запросов в организацию, то есть и предоставить ему информацию, по какой причине подрядная организация компания «Лимак», которая строит на двух континентах метро и более чем в десятке стран его построила, почему за рубежом она получает разрешение на взрывы там, в течение там, нескольких там, дней, а у нас она не может получить уже год. Вот, ну, какие-то шевеления вроде бы начались, то есть, но у компании «Лимак» работ осталось не связанных со взрывами, буквально на полтора месяца. Я думаю, вы по городу ездите, вы видите, не ночью работает, и днем. Но через полтора месяца все работы, если они не получат разрешение на взрывы, будут временно приостановлены до получения разрешения на взрывы. Работа сейчас продолжается, но мы ждем. Как только будет это разрешение, наши подрядчики перейдут в самую активную фазу строительства. А чему такого дозвола немає? Ваша точка зору, это элемент все-таки политической борьбы? Только политическая. Да? Это чистая политика. Но давайте рассуждать логически. У компании «Лимак» есть еще субподрядчик, который занимается взрывными работами. Эта же компания проводила взрывные работы при строительстве Бескидского тоннеля. Это на западной территории Украины. Там разрешение на взрывы эта компания получила за 3 недели. Три. Эта же самая компания с этими же документами, с этой же техникой, с этими же специалистами не поменялось ничего. Не может получить разрешение год. В чем проблема? Разная страна? Нет. Разные люди, у них изменились лицензии или что-то, у них ничего не изменилось. У них изменилось оборудование, стало еще больше оборудования. Специалисты остались на месте, все. Просто год не выдаются разрешения. До того, как у нас появился новый губернатор, все разрешения, всю необходимую документацию областная администрация согласовывала. Ну, самый тяжелый период это был, если не ошибаюсь, ну, дней, наверное, 8. После этого полный стоп, и год мы не можем получить разрешение. Тобто, ну, з вашої точки зору, такі сигнали йдуть з Офісу Президента, чи звідки? Чи це уряд, хоча ми знаємо, в принципі, плюс-мінус одна команда? Я не готов сказати, откуда йдуть ці сигнали, але я вижу, що ісходять вони на сьогоднішній день і реалізуються при помощі нашого обласного руководства. Угу. До речі, от, якщо ми вже почали про вибухи, минулого ефіру ми говорили про вибухи на Червоному камені, зараз, здається, їх вже немає. Ви піймали тих людей, яких... Чи не піймали, чи пояснили якось? Будемо говорити так, була проведена роз'яснительна робота. Угу. Роз'яснительна робота була проведена. Тобто правоохоронці ними не займалися, да? Це ви ні. Безпосередньо? Ні, да. Ні. Ну так. Підзатильник. Собаки дворові за ними погналися, і на цьому все закінчилось. Да, стосовно дворових собак, зооконтроль. Чим зараз займається? Власне, чи він займається тільки стерилізацією тварин? Ну, от, робота mm-hmm. безпосередньо цього КП, оскільки також цікаво нашим людям, да? Ми бачимо багато досить безпритульних тварин, які стерилізовані. Чим іще займається? Обще, саме головне направлення – це, прежде всего, контроль за численністю бродячих животных в городе. Когда мы начинали работу, наше коммунальное предприятие, к нам приезжала организация Animal ID, они считали численность животных на тот момент в городе, она составляла, то есть у них есть четкая формула подсчета, это международная организация, вот они четко знают, как посчитать, какое количество животных. Не каждую собаку по хвосту, а образно не знают, как, в каких районах, где и как они скапливаются, то есть они привлекли колоссальное количество активистов с большой буквы А, настоящих, то есть зоозащитников, которые приехали
приехали даже с других городов, из Ивано-Франковска, из Запорожья, они принимали участие в этой акции. Они посчитали, на 4 года назад, если мне не изменяет память, количество бродячих животных было там под 8 тысяч. Под 8 тысяч. В настоящий момент, после того, когда они провели новый просчет, то есть количество бродячих животных в городе Днепр где-то составляет сейчас порядка 4 тысяч. То есть мы видим в половину. А куда вы наделались эти? Рассказываю. Чем занимается КП? И вы поймете ответ, куда они делись. Мы занимаемся исключительно возвратным отловом животных. У нас собак не усыпляют. За все время нас не усыпили ни одно животное. Мы занимаемся тем, что собака отлавливается, она стерилизуется, она регистрируется, она прививается от бешенства обязательно пролонгированной прививкой и чипируется. Плюс эта собака фотографируется, вносится в базу. Вся стерилизация происходит лапароскопическим методом, под общим наркозом. И после этого эти животные выпускают в то же место, где их и поймали. Но животное это размножаться больше не может. И численность их в городе постепенно начала снижаться естественным способом. Это и болезни, и дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, одно еще из направлений нашего коммунального предприятия, такое есть грустное направление, это подбор трупов сбитых животных. Вот ежедневно в городе на дорогах погибает в среднем там 5-7 животных. Ежедневно 5-7 животных на дорогах гибнут. Это коммунальное предприятие, у них есть специализированная техника, холодильная установка, они их приезжают. Если помните, там 10 лет назад собаки лежали неделями, сбитые, разбухали на улицах, но это действительно была проблема. Но сейчас сотрудники патрульной полиции передают информацию, они их забирают и привозят где-то, или там водители, у нас есть горячая линия, сразу моментально приезжают, забирают. Кроме того, мы еще оказываем помощь, бесплатную, безвозмездную помощь всем бродячим животным, которые попадают либо в дорожно-транспортные происшествия, кстати, огромную помощь нам оказывают сотрудники патрульной полиции. Они очень часто доставляют травмированных животных в результате ДТП. Это и горожане неравнодушные. Мы обязательно их всех лечим самыми современными методами. То есть и обезболивающие, и антибиотики. И также мы оказываем помощь при отравлении. То есть любое животное, какое к нам попало, если кто-то привез, ему в любом случае будет оказана бесплатная ветеринарная помощь. В настоящий момент у нас продолжится в самое ближайшее время реконструкция, поскольку в связи с коронавирусом и недостатком финансирования, вы помните, минус полмиллиарда было временно приостановлен. Сейчас, я думаю, до конца этого года мы закончим наш хирургический корпус. Это будет первый этап. На левом березе? Да, это на Березинская, 60, в районе Каравана. То есть там мы получаем от наших спонсоров, к которым я обращаюсь, различное там дорогостоящее оборудование. Мы там недавно получили от компании Interpipe самый лучший, ну, один из лучших в мире 3D-аппарат УЗИ с доплером. Не во всех, к сожалению, больниц для людей он есть, но у нас есть. Сейчас, в самое ближайшее время, мы приобретаем цифровой рентген-аппарат. Он, скорее всего, будет компания Siemens. И я думаю, до конца года, я надеюсь, что мы еще получим МРТ. Новое. Потому что МРТ на территории Украины один. Единственный аппарат МРТ, он был в Донецке, там была ветеринарная клиника Грета. И, ну, он там был аппарат, потому что им этим КП, этой ветеринарной клиникой заведовала жена одного из донецких олигархов. И с началом военных действий этот МРТ переехал в Киев. И сейчас единственный МРТ на всю страну, все ездят в Киев. Я думаю, к концу года мы получим его, и он тоже будет у нас. Опять же, это будут не государственные деньги, не бюджетные. Это будет помощь исключительно спонсоров. Так, ну, наскільки я пам'ятаю, кошти цей хірургічний, як він називається? Стерилізаційного центру, так. Да. Так, близько 60 мільйонів, ось так. Це повна реконструкція, це ж не тільки будівництво корпусу, тобто там вже реконструкція закінчується, це ще будівництво вольєрів, щоб ми могли одновременно содержати 600 животних, плюс ізолятор, плюс палата інтенсивної терапії, диагностически, то есть, ну, я как реконструкция будет подходить плавно к концу, я приглашу всех журналистов, все журналисты смогут походить, потрогать это руками. Уверяю, всех понравится. Таких стерилизационных центров, я думаю, в радиусе
полутора тисяч кілометрів нет ні у кого. Інше КП, міська ритуальна служба. Да. Там відбувся певний ребрендинг, тому що раніше ритуальна служба, зараз міська ритуальна служба. От банальне питання, скільки коштує у Дніпрі поховати людину? Чому питаю? Тому що от буквально днями нам на редакційну пошту прийшов запит від жінки, що від неї вимагали щось там 25 тисяч за те, щоб поховати людину на одному з кладовищ. Я не знаю, це реально чи нереально? Ну, учасники якісь, мабуть. Стоимость, прежде всего, на стоимость захоронений не менялась с 2017 года. И стоимость захоронений, вы понимаете, может быть абсолютно разная. Есть и гробы стоимостью по 50 тысяч гривен. Действительно есть. Разные памятники, разные услуги, кто что захочет заказывать. Кроме того, о том, что если у кого-то там просят деньги, как правило, у нас услуги предоставляют не только коммунальное предприятие, ритуальная служба. 70% рынка – это частные организации. И мы никаким образом не можем регулировать и назначать им тарифы на их услуги. Они их принимают самостоятельно и самостоятельно договариваются. Кроме того, если кто-то там предоставляет услуги о захоронении, одно дело, или похоронить человека, где могила автоматической копки, либо совершить подзахоронение, где надо разобрать памятник, разбить это все отбойным молотком, потом установить заново. То есть стоимость ритуальных услуг с 2017 года в городе не менялась. Ну, який це порядок цифр, якщо ми говоримо про комунальне підприємство? Ну, якщо я не ошибаюсь, там тобто порядка там 3,5 тисяч гривень, якщо мені не зміняє пам'ять. Це весь об'єм роботи. Так, так, так. Це мінімум такий, мінімум пакет. Так, Михайло Олександрович, лишається у нас не так багато часу, але хочу поговорити ще на ту тему, яка є актуальною з точки зору політичної, тим більш політики ми торкалися. 2020 рік, рік місцевих виборів. От наскільки ця тема є актуальною у кулуарах міської ради? Обговорюють депутати, обговорюють чиновники, це як це все буде? Чесно, для мене взагалі не актуально. Чому? Ну, дуже великий об'єм роботи. У мене немає часу на обговорення, на розмови. Тобто, ну, хтось бігає, політики з'являються нові там на бігбордах. І потім ще зайдуть на 4 роки, і горожані більше не бачать. Якщо чесно говоря, поки не до цього. Лично я в цьому поки не приймаю ніякого участі, але будуть вибори, будемо займатися там якоюсь політичною агітацією, треба буде йти в відпуск і цим займатися. Поки до цього не дійшов, я думаю, що дуже багато треба чого зробити, успіти хоча б там до октября місяця, оскільки дуже великий об'єм роботи. І, прежде всього, я переживаю за своє направлення і, чесно говоря, за вибори переживаю менше всього. Ну, говорю, як є. Ну, але будете балотуватися. Конечно. Обязательно. Не могу уже не баллотироваться. Так, ну, меня съедят, если я не буду баллотироваться. Мабуть, останнє питання. Все-таки під час сесії виникають політичні заяви певних фракцій, певних депутатів. От ваше ставлення як депутата, як заступника міського голови, як директора департаменту до політичних заяв під час сесії саме міської ради. Все-таки міська рада – це господарчий орган чи політичний? Всі ці політичні заявлення називають двома словами «заячий спектакль». Це чисто шоу. Кто-то говорит, а мы там хотим сделать опять второй государственный русский. Кто-то говорит, мы там сейчас запретим все парковки. То есть это чистый политический пиар. Не может городской совет давать никаких советов в Верховной Раде, какие принимать законы, какие не принимать законы. Вы хотите, пожалуйста, напишите письмо от политической вашей силы, отправьте его в Верховную Раду. Но об этом же никто не узнает. А так бесплатное эфирное время на сессии, и там вышли кто-то, говорят, вот мы хотим, чтобы все дети говорили на русском. А дети и так все говорят на русском. Но все же хотят услышать, какие же они молодцы, как же они переживают, они защищают русский язык. Вот опять, это тема, на которой едут все политики. НАТО, русский язык, Россия, это постоянно будет педалироваться перед выборами. То есть это чистая политика и не более. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником міського голови Дніпра Михайлом Лисенко. На все добре.